Добро пожаловать на программу «Народный артист». Я помню выступление нашего следующего участника. Он тогда, неделю назад, все буквально показал на себе. Перламутровую челку показал, косу показал. Длинная была коса, да. Ну, такая, до пояса. Да, интересно, как он сегодня будет демонстрировать, обыгрывать слова, да? Не знаю, боюсь загадывать, как он покажет фразу «эти глаза напротив». Как-то, не знаю. Несмотря на то, что у меня брови не домиком и нет слез, это не значит, что я не переживаю. Я категорически недоволен, и я понял, что больше шанса не будет. Если я сейчас пою плохо или что-то сделаю не так, как это было вот на прошлом концерте, я думаю, что я буду третьим вылетевшим человеком. И очень не хочется быть, конечно, им. Алексей Чумаков и песня «Эти глаза напротив». Эти глаза напротив, калейдоскоп огни. Эти глаза напротив, ярче и все теплей. Эти глаза напротив, чайного цвета. Эти глаза напротив, что это, что это? Пусть я впадаю, пусть сентиментальность и грусть, боли моей супротив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. У тебя сегодня отличный внешний вид, новый образ и абсолютно замечательное исполнение этой песни. Поздравляю с хорошим выступлением. Очень рад, что наконец-то начинает появляться тот Алексей Чумаков, который запомнился всем членам жюри и по отборочным турам, и по предварительным этапам, и так далее. Слушая вас, все время немножко мне слышался голос Валерия Ободзинского, так, напоминало. Да. Ну, вот, тем не менее, правда, у вас очень здорово это получилось, и, по-моему, всем понравилось, публике тоже. Помню ваше состояние внешнее неделю назад, и помню ваше, как мне показалось, чудовищное настроение. Вы сами были недовольны, и это очень здорово. И если вы будете недовольны собой всю свою сознательную творческую жизнь дальше, это будет только миллион плюсов для вас. Значит, вы будете расти и дальше. Сегодня у вас уже очень хорошие какие-то наработки и перспективы. Я вижу очень такую серьезную и очень яркую. Держитесь и берегите голос. Спасибо. Слушай, а кого ты представлял, когда ты пел, вот, глаза чьи представлял? Или просто два глаза отдельно? Я представлял... А ты не глаза представлял себе? Нет, я представлял... По-моему, у всех такое. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Не даю сказать. Я представлял образ, я представлял что-то такое красивое, женственное и искренне от души пел. И глаза — это, конечно, зеркало души. Можно ты показываешь глаза очень смешно вот так? То есть, понимаешь, он... Понимаешь, привычка, Ваня, привычка. Привычка. Понимаешь, там и челка была, и коса, там все вместе. Я считаю, что человек, который спел Челентано, после этого уже совершенно меняется. Вот, ну все, да. Леша, после прошлого выступления теперь все изменилось. Мы желаем тебе удачи. Спасибо огромное. Спасибо.